Едва ли не самая первая зелень на огороде – это многолетние луки. У меня, конечно, тоже такие луки есть. Это прежде всего вот это вот у меня батон. Он относительно недавно сюда пересажен и еще не огреб окончательно, но тем не менее уже перышки у него достаточно подросли. И я уже их понемножечку срываю. Очень хорошо они идут к столу. Это лук-батон. Ухода он не требует и каждый год радует первой зеленью. Еще у меня из многолетних луков это лук-слизун. Это вот такой лучок. Тоже очень сочный, очень вкусный. И тоже рано уже начинает подрастать. Это дикий лук-слизун. Я немножечко его взял из леса. Там целые заросли. Ущерба я не нанес этим самым. И вот он уже растет у меня на участке. Уже такой вот довольно приличный кустик. Он еще, конечно, будет и дальше разрастаться. И его тоже уже можно рвать и использовать. А вот этот лучок, это шнит-лук. Его, конечно, тоже хорошо размножать делением куста, как и другие луки. Но мне не у кого было его взять, поэтому пришлось купить семян и посеять. И вот он зашел, постепенно разросся, и я уже его пересадил на другое место, к остальным лукам. И вот шнит-лук тоже растет неплохо. Зелень у него тоже очень хорошая, очень вкусная и ранняя. То есть он уже вот какой большой кустик. Вполне можно резать понемножечку и использовать. И вот эти луки очень радуют первой зеленью на участке. Ранней-ранней весной. Вот они, а пожалуй, еще и ревень у меня. Ну, ревень еще маловат даже. Только-только в начале мая, можно сказать, что поспевают, и их можно использовать. Собираюсь еще и другие луки развести, но из семян выращивать их непросто, поэтому не знаю, как это получится.